Здравствуйте, дорогие зрители канала ВСТВ! Сегодня мы посмотрим смеситель цемента принудительного действия с выходом рабочей смеси 750 литров в работе. Привод здесь от мотор-редуктора на 9 кВт. Раствор смешивается в неподвижном барабане при помощи 6 мешалок и одной пристенной, которая отгребает смесь от края бункера. Лопатки вращаются с ориентировочной частотой от 35 до 46 оборотов в минуту. Растворомешалка изготовлена компанией ВС Украина по индивидуальному заказу. Мы в сжатые сроки сделаем бункер с различными параметрами. Толщина днища может варьироваться от 4 до 8 мм, а толщина стенки от 3 до 6. Кроме этого, устройство можно укомплектовать реверсом, частотником, таймером, шнековым транспортером или ленточным для автоматической загрузки или выгрузки материала, бункером. Заказать продукцию можно на официальных сайтах компании, ссылки на которые вы найдете в описании под видео. Благодарю за просмотр и приглашаю подписаться на канал. До свидания!